Всем привет, дорогие мои, с вами Клана Ваня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами поговорим по поводу пустых баночек семьи Кононовых. Тут нет заказов, там еще чего-то, тут чисто мое. Итак, ну как вы видите, вот эту вот батарею, это накопилось за очень долго времени, прямо очень-очень долго. И сразу оговорюсь, меня очень радует компания Фаберлик в плане того, что она свои пустышки забирает на возврат и переплавляет их и делает новый продукт из переработанного пластика. Я прям счастлива и горда про это рассказать. Итак, это у нас антибактериальное универсальное средство. По идее, им можно все обрабатывать, вообще все. Руки детей, места содержания животных, обувь, ручки дверные, когда вы заболели. Оно идет как против бактерий и вирусов, которые эффективно дезинфицируют поверхности приборов и гаджетов. Очень такой легкий спрей, который вот даже на телефон вы побрызгали, там ничего никуда не попадет. Ну, если, конечно, не польете. Игрушки можно дезинфицировать, обувь удобен в период обострения вирусных заболеваний. И я его наливаю в робот-пылесос 50 на 50. То есть 50 его, 50 воды, и вот это где-то месяца, может, за 2-3 накопилось. Просто у меня разные пакеты с пустышками, и я все никак не могла их отснять. Где-то за долгий период времени я брала какой-нибудь один пакет, а этот стоял, и, в общем, все переполнился. Поэтому показываю вам вот эту галерею пустышек, не знаю, за какой период времени, может, за 2 месяца, может, за 3 месяца. Вот, у нас 2 робота-пылесоса. Они гоняют по квартире по разным зонам, потому что квартира большая, 7-комнатка, и зарядки робота-пылесоса одного не хватает, поэтому они у меня 2, и я вот, можно сказать, одну баночку разливаю, остальное доливаю водой, и получается, что они вот таким образом ездят и дезинфицируют пол, особенно там, где кошка. Роботы-пылесосы я запускаю 2 раза в день, потому что сейчас кошка линяет, и сколько бы мы ее ни чесали, не знаю, наверное, надо грумеру ее сдать. Почему? Потому что все прямо в шерсти, в пуху, она у меня белая, сибирская, невская сибирская маскарадная порода. У кого есть кошки, в общем, поймут. Кошки-собаки, да, собаки тоже линяют весной. В общем, 301-36, это шикарный дезинфектор, не только для всего, но его и можно им с ним мыть пол, получается. Вот я таким образом заливаю в робот-пылесос, и все шикарно у меня дезинфицируется. Дальше у нас пошла стирка. Итак, это у нас концентрированный гель для стирки детского белья. Нравится, клевый, классный, но сейчас новая линия пошла, но мы еще это расходуем пока что. Артикул 115-15, она идет 0+, подходит для новорожденных детей. Дальше концентрированный гель для стирки темных тканей 118-41, он у меня, наверное, в каждых пустышках. Гель для деликатных тканей 118-40, тоже в каждых моих пустышках, как видите, 3 штучки. Так, концентрированный гель для стирки белых тканей 118-42, их тут 6 штучек таких вот одинаковых. А нет. Нет, было 5 штучек, и концентрированный гель для стирки 308-42. Дальше ультракондиционеры для белья. Их мы используем не так прям супер много, как порошка. Ароматерапия, это восточный пион. Очень нравится мне вот этот аромат. Артикул 118-53. Очень нравится, и белье мягкое, и мы постельное вообще не гладим. И прямо очень классно. Мягкое, хорошее, клевое белье. Так, средства для мытья посуды у нас тратится мало. Это сочный грейпфрут, артикул 30098. Почему? Потому что у нас есть посудомоечная машина, и мы больше моем посуду капсулами для посудомоечных машин. Дальше, средства для чистки духовок и плит. Свежесть мяты 301.20. Биосредство моющее для жесткой воды, и мы моем пол. Очень нравится, 108.97. И чистящий крем, универсальный, один из моих любимчиков. Вообще, респект компании, она просто создала супер средство. 302.53, очень хорошо все очищает. Масла, вернее, смесь эфирных масел, антистресс и релакс. Их мы используем для дочки. Релакс, антистресс, она часто нервничает, поэтому мы частенько вот это вот все воспроизводим в увлажнитель. То есть такое вот маслице хорошенькое. Очень у него приятный аромат у антистресса. Прямо очень приятный, мне нравится. Состав: лимон, мята перечная и перец черный. Вот такой вот у антистресса состав. Артикул 12.96. Дальше идет релакс. Релакс с артикулом 12.97. Тоже приятнейший аромат. Тоже такой вот маленький флакончик. Тут идет смесь лимон, бергамот, сосна и можжевеловые ягоды. Масла идут 100% натуральные ингредиенты, поэтому я вообще очень-очень рада, что такой в компании Фаберлик есть. Здорово и классно.
аромадиффузор Black Amber закончился. Тоже очень нравится этот аромат, нежный, клевый, классный. Сюда вставляете палочки. Вот эти палочки можно использовать 100-500 раз, пока на них не налипла куча пыли. Палочки покупаются отдельно от него. У меня вот эти вот аромадиффузоры очень быстро и много скупают. И все говорят, что аромат просто невероятный, очень вкусный, очень классный. Вот, допустим, мастер, да, мой мастер маникюра, она у меня купила. Я говорю, через 2 недели принюхалась, аромат больше не чувствую. А люди приходят и спрашивают, чем у тебя так вкусно пахнет. И покупают, говорит, у меня уже твой аромат, и я, говорит, уже у тебя беру. Они перепокупают. Я говорю, так уже регистрируйся. Она такая, нет, я, говорит, лучше у тебя возьму. Я говорю, ну окей. Вот такая вот история у аромата Black Amber и еще Sparkling Lights. Но они у меня еще не закончились. Вот такая красота. Так, дальше пятновыводитель кислородный Extra Oxy, артикул 327, 500 грамм, очень хороший, с ним можно и стирать, с ним можно и кипятить, и все что угодно делать, и ковры стирать, и пол оттирать, в общем, и с ним еще можно прямо в посудомойке, я недавно посмотрела такой лайфхак, отбеливать всю посуду, вилки, ложки, или просто замачивать кипятком вилки, ложки, практически кипящую воду выключаете, и туда сыплете вот этот пятновыводитель, он будет бурлить, поэтому осторожно, он как магний взбурлит. А потом туда скидываете все вилки, ложки и так далее. Просто великолепный результат, вилки, ложки блестят. Даже как будто вот на некоторых, которые вот сильно старые, еще достались мне от бабушки, я не могу их выкинуть, это память о моей бабушке. Они прям блестят, но вот где царапинки, конечно, оно так и остается. Так, таблетки посудомоечные для машин. Заказывала, заказываю. Потом появились Хомгном Гринли. Сейчас на данный момент и эти я израсходую, но заказывать больше не буду, пока есть Хомгном Гринли. У этих таблеток одно единственное отличие. Их обеих 20 штук в пачке. Все здорово, все классно. Обе стирают великолепно. Никому нет никаких претензий ни к этим таблеткам, ни к Хомгном Гринли, но... Хомгном Гринли круче тем, что не надо каждую капсулу распаковывать и класть в посудомойку. Вы кладете просто капсулу, и она сама растворяется, эта капсула, и ничего не надо делать. Вот этим хорошо, этим здорово, этим классно. У этих посудомоечных таблеток артикул 30060. Тут состав идет полностью экологичный. Это минеральные соли, минеральное соединение с активным кислородом, органические кислоты, соль угольной кислоты, органический амин, органическая соль, органические полимеры и природные ферменты. Это экологически чистый состав, который не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде. Таблеточки действительно суперские, действительно классные. И тут преимущество идет все в одном. Даже они защищают посудомоечную машину от образования известкового налета и ржавчины. Вот это здорово, это классно. Вот. Так, дальше. Моя, наверное, любимая линейка Блонтайка. Так как я нарастила волосы, честно могу вам сказать, недостаток наращенных волос – это уходит больше шампуня, больше масок, больше всего, потому что я нарастила много прядей и сделала их в 2 раза длиннее, чем они у меня есть на самом деле. И оказывается, уход за натуральными нарощенными волосами – это тоже та еще забота и та еще проблема. Так, значит, 2710 – это шампунь для нейтрализации желтизны. Он меня, конечно, спасает. Очень нравится. Я много-много раз о нем рассказывала, я от него кайфую. Далее. Маска анти-йеллоу. Это артикул 2712. Интенсивная маска для нейтрализации желтизны осветленных волос. То есть после этого шампуня я наношу еще вот эту маску, а потом вот этот вот бальзам. И получается такая синергия ухода. Волосы такие платиновый блонд. Если сильно желтая, конечно, 2-3 раза надо помыть голову, потому что это не краска, а нейтрализатор. Сами понимаете. И 2711 артикул. Это восстанавливающий бальзам для осветленных волос. Тоже очень классный. То есть последний этап, предпоследний. Еще есть такой маленький тюбичек. Тоже из линейки Blond Icon. Это идет сыворотка уже восстанавливающая, которая не смывается. Мы ее наносим по всей длине сухих или влажных волос и не смываем средство. 2713. Вот это вот прям моя любовь. Всем блондинкам рекомендую. Кто уже пробовал, отзовитесь. Это супер. Это просто прям супер уход. Дальше гель для душа. Вот такой вот он голубой, приятный. У него аромат, ну, вот этих вот луговых васильков, дикого шиповника, в принципе, очень вкусно. Называется уход и релакс. Нравится чем? Хорошо пенится, хорошо моет. 400 мл, большая упаковка, поставил, забыл. Моешься и моешься, бесконечно. Дальше шампунь плюс гель для душа. Это мужа. Он его использует только как гель для душа. 12-12. Пена для бритья. 0,5-2,0. Вот это, кстати, новинка в пустышках. Мы ее тратили очень долго.
Это что-то новогоднее. Шампунь-бальзам для всех типов волос. Домашний джем. Честно скажу, не люблю такие сладкие шампуни. И поэтому, думаю, уже, блин, скоро срок выйдет, а я все никак не могу его дорасходовать и дорасходовать только по этой причине. 29,47 артикул. Нормальный шампунь, запах не нравится. Детский шампунь-бальзам. 200 мл. Артикул 26,90. Хороший, очень хороший детский шампунь-бальзам. Замечательный просто. Далее, это квеншип фиолетовый, мой любимый. К сожалению, так, а нет, тут, наверное, вот есть артикул. Но тут так мелко. Тут, наверное, артикула нет, ребят. Посмотрите, да. Тут не указано. Ну, наверное, на упаковке был. Угу. Артикул потеряла, но квеншип нереально перепутать с чем-то. Тут еще крышка такая была очень даже красивая. Его еще чуть-чуть немножко осталось. Честно сказать, это моя новая любовь. И тут вкусы мои и вкус мужа не сошлись. Муж мне сказал, больше похоже на мужскую воду, а мне все-таки он очень нравится, я его просто обожаю. Поэтому заказала я себе еще тут недавно пару штучек. Надеюсь, у меня никто не купит, буду пользоваться ими сама. Дальше маска. Очень люблю эту маску, она крутая. Поставьте на паузу, читайте, она реально крутая, ребят. Она идет 60+, но ей можно пользоваться всем. Дерматокосметологи, в принципе, все говорят, что артикул 0761, что можно пользоваться антивозрастными масками после 30, даже те, которые 60+. Почему? Потому что если коже надо, она возьмет. Если коже не надо, она не возьмет. Просто класс, класс. Так, лак. Классный был лак, но засох. Я его не закрыла по ходу до конца, или он у меня на бок упал и не закрытый до конца начал вытекать. Но лак был действительно супер, но все. Он мне очень-очень нравился. Закажу еще один. Ну вот сейчас у меня тоже лак Faberlic. Я обожаю блески, обожаю вот это все. Иногда хочется поменять. То есть я не могу вот так вот 3 недели от маникюра до маникюра ждать мастера. Мне хочется что-то еще свое сделать. Артикул 7831. Классный лак, еще закажу. Постараюсь остальные лаки закрывать. Очень стоящая масочка увлажняющая для лица, для всех типов кожи. Артикул 0967. Вы знаете, я думала, эта тема стара как мир. Но оказывается, некоторые девчонки с жирной кожей думают, что им не нужно увлажнение, потому что кожа и так жирная. На самом деле увлажнение нужно всем типам кожи. Вот эта маска, она очень достойная. Артикул 0967. Пользуюсь превеликим удовольствием. Ну, сейчас она, наверное, уже все. Но она такая плотненькая, у нее получается 2 способа применения у этой масочки. Можно нанести потолще, потом смыть остатки, да, когда она уже совсем впитается. Я могу и час ходить, это ничего страшного. Потом просто сухим ватным диском протираю излишки и все. Или можно нанести тонким слоем, как крем. Как крем, и пользоваться ей как крем. Если кожа сильно сухая, можно, например, неделю, каждый день на ночь наносить ее не таким толстым слоем, как маска, ну и не таким тонким слоем, как крем. И наносите, 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 и кожа постепенно увлажняется и восстанавливается. Далее, после Москвы поделала масочек, потому что особо не делала их в Москве, сделала только одну. Увидела, что цвет лица ухудшается. 2075, это Куинзим Q10 маска. Авокадо маска 2074 и тонизирующая маска для лица. Витамин С Энергия 0460. 60, авокадо питательные, а Куинзим Q10 антиоксидантные. Очень нравится, здорово, клево, классно, великолепно работает. Так, гель. Гель для бритья. 2716. Муж любит бриться этим гелем для бритья, потому что он прозрачный, и видно все вот эти вот пятнышки, не пятнышки. Ну вот, когда же объяснить, да, там какие-то родинки выступающие, еще что-то, он пену не особо любит. Новинка в моих пустышках. Гель для душа розовый кварц. Артикул 2889. Обалденный аромат, консистенция, моющие способности, пенящиеся способности. В общем, суперский гель. Куплю еще. Единственное, что вот видите, на дне остается. Вот так вот, когда вот вы им пользуетесь, если его поставить вот так наоборот, подождать. Вот, допустим, я пока голову мою, я могу поставить вот так наоборот, подождать, он стекает. А тут, видите, не дождалась, вроде бы долго держала, но мне нужно было просто помыться. И вот остатки остались. Ну, в принципе, тут не столь суть важно. Вот такие они, конечно, удобнее тем, что все стекает вниз. И не надо вот это вот ждать, да, не надо ждать, потому что тут ни дозатора, ничего нет, как бы не особо удобно. Так, далее, крем-гель для душа 2432, тропический релакс. Ну, очень... Еле ощутимый аромат, но классный гель для душа, мне нравится. Легкость такая, все присутствует. Далее, вчера как раз таки закончился на момент съемки видео восстанавливающие райские моменты. Нет, не очень люблю запах меда, не очень он мне понравился, артикул 2580. Наоборот, конечно, его опять-таки удобно ставить, хорошо. Он стоит, до последней капли расходуется, но запах вот этот медовый, я как-то нет, не айс.
Еще одна абсолютная новинка в моих пустышках – это гель для душа «Смородина и черника с фруктовыми кислотами». Артикул 2877, 380 мл, увеличенная версия. Я считаю, что это очень хорошо экономит экологию, потому что чем больше банка, тем вообще продукт, по идее, дешевле, экономнее, с одной стороны. И с другой стороны, экология меньше страдает. Вот это тоже очень-очень хорошо. Далее, ну тут все повторы с предыдущими пустышками. Детское мыло с артикулом 2356, пара штучек. Пена для ванны, артикул 2387, тоже все детское. Так, это повтор. И два вот таких малиновых еще, 2388. Мыло для рук апельсиновая меренга, 1901, очень нравится, очень вкусненькое. Маски для волос. Это израсходовал буквально сегодня. Мягкие, клевые, рассыпчатые волосы начинают виться, поэтому укладка после этой маски бывает немного подольше, потому что она хорошо восстанавливает волосы. Ее работа заключается в том, что мы ее наносим на влажные волосы на 3-5 минут, затем тщательно смываем водой, и она делает глубокий уход, активно питает волосы по всей длине, наполняя блеском и силой, и насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. Хорошая такая масочка. Держится хорошо, не течет. Запах безумно-безумно приятный, аромат. Мне очень-очень нравится. Закажу еще. Артикул забыла сказать. 18.90 артикул. Это маска с маслом амлы. Тоже для глубокого восстановления. Артикул 18.82. Это идет именно тоже глубокое восстановление. Она восстанавливает материю волос, а также питает по всей длине. Немножечко разные масочки, но тоже очень вкусный. Клевый, приятный, сладкий, такой приторно-сладкий аромат. Раньше с маслом амлы маска источала аромат какой-то травки зеленой. Мне очень нравилось. Сейчас это очень сладкий такой аромат, приторный, но не бьющий в нос. И, в принципе, я особо его не замечаю. Возвращает волосам силу, блеск, мягкость, насыщает питательными веществами. Следующая маска. Я могу сказать, что это хороший такой облегченный бальзам или облегченная масочка. Она очень хорошо питает натуральные волосы. Я тоже ей делаю. Но после этой маски мне хочется еще прям какой-то спрей, уход еще за волосами чего-то. Чего-то тут мне не хватает. Давайте-ка я буду умножать. Что-то мне вот тут не хватает в этой маске, хотя аннотация классная. Но эта маска, она идет масс-маркет, она очень дешевая. Артикул 1270, 150 мл. То есть она маленькая и экономненькая. Да, 150 мл. Так, вот эта маска Smart Keratin. Называется она Умный Кератин. Это маска-восполнитель именно кератина в волосах. Артикул 8248. Тоже очень хороший уход. Она такая розовая, гламурная, приятная, прям клевенькая. Моя любимка, пудинг для волос. Ну, это маска обычная, артикул 2654, с ароматом ревеня. Вот у кого был в детстве огород, те, конечно, понимают, что это такое. У кого не было, конечно, те не понимают. Но ревень – это аромат моего детства. Ну и плюс масочка сама по себе очень хорошо питает волосы. Ее хватает, кстати, надолго. Тут большой объем, 200 мл. В составе экстракт ревеня, семена чио, с уникальной концентрацией питательных веществ. Она еще идет веганская, да, кому это интересно. Буквально сегодня на момент съемки видео с утра закончила вот этот крем для лица «Зима». Он очень жирный, питательный, долгоиграющий. Я очень долго им пользовалась. Артикул 2866. И вот осталось совсем чуть-чуть. Пришла линеечка «Скини», и я давай эту линеечку испытывать. Я этот оставила на потом. А потом думаю, ну чуть-чуть же осталось, почему нет? Поэтому израсходовала, да, вот эту вот линеечку я начала. Как вы видите, уже новинка в моих пустышках появилась. Артикул 2866 обалденно ухаживает за кожей. Она, в принципе, зимняя, но и летом очень хорошо ухаживает, когда вот дождь еще, тем более вот это все. При воздействии холода, ветра и резких перепадах температур она очень хорошо справляется, уменьшает шелушение, неприятные ощущения от мороза, дарит комфорт, здоровый вид. А ее можно для всех типов кожи, она не содержит парабены и также подходит как основа под макияж. Мы еще ее с вами тестировали, она реально хорошо очень как под макияж. Артикул 2866. Дальше, Miss Skinny. Это новая серия. Так, где же артикул? Сходила, нашла. Так, артикул 0976. Вот у нее суперский, в принципе, составчик такой классный. И плюс ко всему, это сыворотка, чем мне понравилась. Она прозрачная, она очень хорошо впитывается. Она реально хорошо за лицом ухаживает и реально классно распределяется по коже. Ну, вот тут вот ее остаточки. Вот этого, в принципе, на все лицо, на шею, декольте. За глаза хватит, но я почему-то подумала, что она закончилась, потому что в прошлый раз таким же звуком она выдавливалась. Я думала, уже все, конец. А вот видите, если встряхнуть как градусник, оказывается, она еще есть. Ну ничего, пусть ручки молодеют. Ручкам тоже нужен уход.
особенно тем ручкам, которые любят готовить, прибирать и мыть посуду. А что могу сказать? Впитывается хорошо, кожа тоже себя чувствует очень хорошо. Что заявлено? Сыворотка для лица против морщин. Складочки вызывают умиление, но только не на лице. Ну, это реклама, да, Шарпей, там была собачка. Чтобы забыть о морщинах, дополни ежедневный уход сывороткой. Ну, сыворотка это действительно, да, она разглаживает морщины, она их реально разглаживает. Но вот смотрите, вот эта сыворотка, если ей пользоваться утром и вечером, от лба до груди и шею, и декольте, лоб, щеки, нос, вот это все, шею сзади немножечко заезжать. Вот этот вот весь уход, она у меня закончилась буквально за 2 недели. Ну, как бы она очень хорошо впитывается, ее сколько ни намажешь, все замечательно, она не скатывается. Что есть в составе? Гиалуроновая кислота и мочевина. Они увлажняют и удерживают влагу в глубоких слоях кожи, делают ее эластичной, гладкой. Ниацинамид, он эффективно препятствует образованию пигментных пятен и морщин. Мне, в принципе, это очень весной надо, прямо очень надо, поэтому я с удовольствием ей попользовалась. У меня еще вот это есть, и плюс такую же мне компания Фаберлик еще подарила за то, что я приезжала на съемки в Москву. Мало того, что заплатили нам дорогу, отель, еще и подарок подарили. Ну, там был большой набор мискини и омега-хит. Новинки подарили. Что тут еще есть? Кроме препятствия образования пигментных пятен и морщин, фильтра от бифидобактерий создают на поверхности благоприятную среду для качественной микрофлоры. Карнозин предотвращает реакцию гликозилирования и тем самым замедляет старение. Комплекс пептидов предотвращает появление морщин и уменьшает их видимость. Ну, могу сказать, что да, насколько они у меня были, потому что я люблю разными средствами за собой ухаживать, и могу сказать, что да, вещь рабочая. На данный момент что-то в ней есть то, чего не было в других, и что сделало мое лицо еще лучше. За 2 недели использования линейки Miss Skinny у меня лицо приобрело такой приятный розовый классный оттеночек, такой же, как в молодости. Это просто шикарно. Далее гели для бритья. Очень мне понравились. Сейчас начала заказывать. Артикул 2571. Дорасходовала 2 остаточка. Не знаю, почему это у меня, наверное, старшая дочка не любит так вот до конца выдавливать. А я вот люблю. И, значит, вот таких 2 штучки. Артикул 2571. Только сегодня с утра утвердила заказ на 200 баллов. Там я нашла кетчуп классический по распродаже от компании Faberlic. У меня муж просто обожает этот кетчуп. Тем более он там идет без сахара, без ГМО, без всяких вредных примесей. И, конечно же, я взяла там 20 пачек, быстренько сбегала. Думаю, лежите они в холодильнике, не испортятся. Он кетчуп есть каждый день. Я кетчупу равнодушна. И смотрю, пошла в ванную, а гель-то для бритья все, дорасходовала, вообще ни одной баночки не осталось. Думаю, елки зеленые. И пошла, разутвердила заказ, потому что я его не сразу оплачиваю. Разутвердила, добавила 10 штук геля для бритья и снова утвердила. Потому что я знаю, что у меня кто-то из подруг тоже просил, но я забыла, кто уже. Главное, они у меня есть, они придут, а я им дам в упаковке уже. Также артикул, ну, в смысле, запакованную, закрытую. Также с артикулом 2572, крем после бритья и депиляции, орхидея и масло муруму. Ну, в принципе, нормально, но для меня слабовато. У меня белая кожа. Чуть что, пятнышко раздражения, я сгораю на солнце за 15 минут. Особенно какое-нибудь дубайское, шри-ланское, да, солнце вообще прямо за 5-10 минут, все, я уже розовая, как поросеночек. И это с SPF 50. После каждого бритья у меня бывает раздражение, особенно в интимных зонах и так далее. И мне это на ноги классно, ручки, если где-то волосики какие-то подубрать, тоже их тут очень мало, но я убираю иногда. Классно, подмышки классно, вот зона бикини нет, маловато. То есть я его наношу, но потом я еще прихожу в комнату, навожу капельку маловтилина, капельку кислородного бальзама, капельку Signum One у меня еще осталось. И вот эту смесь распределяю по рукам и потом уже наношу. Вот тогда у меня не бывает никакого раздражения на следующий день, даже если я много похожу. Дальше гель для интимной гигиены с аромадизиаком. Артикул 8722. Гель для подмывания с экстрактом череды 1644. Дезодорант для интимной гигиены. Очень редко пригождается, если я не в дороге. 1628. Очень достойная пенка для умывания. Артикул 0850. Нежная пенка для умывания. Мне понравилась. Она действительно нежная. Она мягкая. Она с воздушной текстурой. Очень хорошенькая пенка. Дальше пошли тоники. Тоники для лица. Ну, прям вот моя любовь, я бы так сказала. Артикул 2821. Так, далее. Это новинка. Мицеллярная вода. Впервые у меня в пустышках с таким артикулом 0987. Она идет для снятия макияжа. Это ежедневный уход. Но смотрите, мицеллярную воду ее нужно обязательно смывать. То есть, если я умылась пенкой, то я уже мицеллярной водой не умываюсь, я просто уже наношу молочко очищающее, да, вот такое вот, просто молочко, потом после молочка тоник и уже крем, то есть таким образом молочко смываю салфеточкой. И вот так хорошо. Если же уже мицеллярка, то после мицеллярки молочко
Молочко смываю салфеточкой любой влажной, желательно 0+, вот такой вот я себе делаю, у меня кожа очень хорошо, эти салфетки, ну я о них позже расскажу, они тоже есть в пустышках. А тогда хорошо, одно из двух, или я пенкой умываюсь, или мицелляркой, то и другое, мне кажется, ну совсем не нужно, и это лишний перевод продукта. Артикул 0987. Что сказать, отличная мицеллярка, глаза не щиплет, все здорово и классно. Так, дальше, вот это мицеллярная вода для снятия макияжа, старая версия, не знаю, есть она или нет, что новая версия, что старая версия, они, на мой взгляд, одинаковы, просто это посимпатичнее упаковка. Вот и все. Так, дальше, очищающее молочко для всех типов кожи с артикулом 0971. Ну, я вам рассказывала, что все мои раздражения, вся пакость на лице, все ушло, когда я включила в уход еще и молочко. Просто обожаю это молочко за цвет, вкус, запах, консистенцию. Так, знаете, что я сделала? Активная сыворотка для роста ресниц. У меня целая пачка ушла в просрок. Артикул 1124. Прям стыдно признаваться. Один раз ей только воспользовалась. Она практически полная, но посмотрев на срок, я поняла, что все, уже вышел срок. Как так вышло? Я ее положила на верхнюю полку в шкафу и просто забыла. А потом, когда мы начали уже делать генеральную, делать перестановку, я ее нахожу, она уже в просроке, да еще и открыта более полугода была. В общем, выкинула греха подальше. Очень классная штучка в борьбе с любым раздражением, с любым ударом. Это бальзам первая помощь. Много в этот раз как-то вот накопилось. Артикул 1701. С удовольствием пользуем, расходуем. Тут огромное количество аромамасел. Он успокаивает раздражение, снимает покраснение кожи и зуд, а также любое ощущение дискомфорта. Применять при первых признаках воспалений. Все можно мазать. Удары, прыщики, в общем, все, что хочется. Так, закончился у меня вот такая вот классная штука. Причем я ее аж доломала, пыталась вот так вот достать, ковыряла, и он у меня схлопнулся и сломался. Ну, хороший, очень хороший, 64-75, консилер для лица, суперский. Вот так пыталась выковырять. Дальше, с артикулом 0946 закончилась у меня маска. Ой, не маска, а патчи. Очень классные, достойные патчи, классно выпрямляют глаза. Они идут гидрогелевые для кожи вокруг глаз, но их можно цеплять и зона носогубки, и на лоб, где вот эти все морщинки и так далее. В общем, с превеликим удовольствием пользовалась. Так, бежим дальше, жидкое мыло. Как обычно, 26-68. Так, это у меня, ну, грубо говоря, подготовка к поездке. Поездка, всегда же хочется на камеру выглядеть помоложе, получше. Вы согласны, да? Патчи клевые, классные. Я их израсходовала много, штук 8, наверное, вот таких упаковок. Ну, просто вот не все донесла. 10-89. Еще одни патчи, это на верхние и на нижние века. 14-13, очень, кстати, достойные. Вот, 3 активная маска патч. Я посмотрела, она, кстати, есть уже еще на сайте. Поэтому могу вам сказать, что она не так влажно пропитана, как, например, предыдущие маски, которые я вам, да, показывала, авокадо, кунзинку 10 и так далее, но она действительно хорошо работает, мне понравилось. Вот сейчас, смотрите, после душа я ее наложила, да, вот эту вот 3 активную маску патч, думаю, божечки, то у меня же еще есть, которая 0736, и могу вам сказать, что пока я ее кислородным бальзамом не сбрызгну, она прям отслаивается, то есть неудобно, поэтому у меня осталось еще 7 таких штучек, я их брала по купону, конечно, это очень быстро расходуется, особенно когда сидишь дома, неохота краситься и так далее, голова сырая, и могу вам сказать, что нет, она вот, видите, прям сразу же отпадывает, и на помощь может прийти только вот такой вот бальзам, с помощью которого можно маску намочить, и она не будет так вот отваливаться. Просто вот, не знаю, или ткань это слишком грубая, или что. Но, чтоб ее пришпандорить, вот действительно прям по-хорошему, ее нужно намочить. Иначе просто можно идти где-нибудь и ее потерять. Даже если вы с ней будете лежать, она как будто вот неплотно прилегает, пока ее не набрызгаешь. Ну и ткань у нее, видите, такая прям толстенькая, да, получается. Прям толстенькая ткань, не как вот у тех масок, да, такая полупрозрачная. Тут прям надо ее нанести и прям с ней лежать. Вот таким образом. Но этот кислородный бальзам, он усиливает действие всех питательных веществ, потому что тут идет технология 4D Target. И я, в принципе, не против тогда пользовать. Спрей штука классная. И вот видите, я с вами чуть-чуть поговорила, все, уже отпадывает. То есть я села в маске вот снимать, думаю, как раз-таки пока делаю обзор, поснимаю, посижу в масочке. Ну вот, отпадывает же она, отпадывает. Вот. Так, далее.
Вот оставалось у меня еще немножечко, чуть-чуть, вот такого дневного крема для лица антивозрастной уход 45+, Bloom, сортиком 0,690. Могу сказать, что очень достойный, жирный, клевый, классный, хороший уходовый крем. Мне очень понравился, рекомендую и сама лично закажу еще. И заказываю его второй раз, всю линейку. Там есть и сыворотка, и крем вокруг глаз, и дневной, и ночной крем. И сколько бы раз я не заказывала, столько раз я им восхищаюсь. Он реально классный. Он идет с биокапсулами молодости и с активными клетками туберозы. Туберозу я запах не люблю, я уже вам это неоднократно рассказывала, но тут тубероза чем-то еще сдобрена и не в чистом виде, и очень приятно. Салфетки для интимной гигиены с обалденным ароматом Луники 2607. Далее крем для кожи вокруг глаз. Это куркума. И вы не представляете, он у меня только-только закончился. Ну это просто обалдеть. Очень долгоиграющий крем, очень надолго хватает. Артикул 2858. Я могу вот так, внепланово сел мой телефон, пустышек осталось очень много, поэтому телефон зарядится и будет пустышки часть вторая. Ну все, всем пока-пока, ставьте лайки.